сейчас мы приступаем к нарисовке календаря. Для этого я уже подготовила такую бумажку. Оставлю на нее ссылку в описании на этот сайт. Вот, чтобы вы смогли распечатать такую же, это будет наша типа заготовка. Сейчас мы должны ее приклеить, поскольку я не очень ровно вырезала, но лучше, да, чтобы оставалось место, если у вас черно-белый принтер. Вот так вот. Видите? Сейчас мы будем так приклеивать. Берем обычный клей. Сейчас мы будем приклеивать это к этой бумажке. Смотрим, чтобы низ, главное, ровно совпадал, и по краям приблизительно одинаково, чтобы было. Так, в общем, мы приклеили заготовку. Сейчас мы будем просто покрывать эти квадратики рисунками. Поехали. Раскрашиваем. Фон можно брать любого цвета, главное, чтобы он не совпадал с цветом самого рисунка. Делаем проработку коричневой краской. Что на роте, что на самих шипах. Также нам надо выделять циферки у каждого рисуночка. Следующим же у нас будет очень простой рисунок. Это будет ночное небо. Сейчас я дорисую несколько штучек побыстрее, и мы к вам вернемся.
канале начинается премьера видео, и сейчас я его буду смотреть и рисовать, а потом уже к вам вернусь. И, кстати, вы тоже можете посмотреть это видео. Вот тут подсказочка. Я посмотрела свое видео. И, в общем, как-то вот так все произошло. И я не знаю, где мой микрофон, он куда-то упал. Вот я его нашла, достала. Вот теперь микрофон со мной, с нами. Я нарисовала еще радугу, влог, потому что сегодня 5 число, и у меня вышел влог. Да, и сейчас рисую клубничку. Мне очень понравилось, как я смонтировала видео, которое я только что смотрела. Вот. Да. Вот так вот. Еще у меня очень грязные руки, как вы видите. Опять ускоренная съемка. Вы будете в ускоренной съемке до этого смотреть до 11. Получается, у меня пока что так. Я не знаю, что это такое на циферке 13, и у меня опять куда-то упал микрофон. Вот. Ага. И я сейчас, наверное, дорисую практически до конца, до 29-го, и покажу вам. В общем, я вернулась, и я решила, что это слишком похоже на Украину, поэтому я сейчас буду что-то другое тут рисовать. И я решила, что я не буду не показывать вам, как я рисую. Поэтому вы можете наблюдать за тем, как я рисую. Пяу! Получилось как-то вот так. Сейчас мы вместе с вами будем дорисовывать последние два. Последние два... Извините, что всякие проводочки лезут в кадр. Сейчас я его прикреплю. Последние два это будет точно, вот это вот будет, это 29-е получается. Это у нас будет такой фон, смотрите, синий фон сзади. Потом мы с вами набираем желтенький. Наносим его вот сюда, вот. И это не Украина. No. No. У нас есть море и небо. То есть небо у нас такое посветлее, а море, наоборот, потемнее. Вот так вот. Мне кажется, это не очень красиво, но норм. Потому что я рисую это уже очень много времени, больше, чем 2 часа. Хоп. Потом берем коричневый. Вот так вот. И закрашиваем это местечко. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Угу. У нас получается пальма, кстати, очень красивая у меня получилась. Потом берем зеленый и делаем листочки на пальме.
Делаем волны. Вот такие вот белые потоки. Это типа водичка плывет. Вот мой палец. И последнее. Я не знаю, что я нарисую. Вообще нет представления. Нарисую какое-нибудь, чего-нибудь. Вообще не знаю. 29. Вот так. Угу. Я буду на пляже, где-то в Майами. Майами. Я буду в Майами, Майами, Майами. Еду в Майами. July. Я сейчас нарисую стрелочку и подпишу Джу. Нет, просто нарисую красную стрелку огромную. Берем цвет и рисуем. Даже малиновую какую-то взяла. Надо красный брать, прям ярко такой красный. И рисуем красную стрелочку. Ну, в общем, как-то вот так получилось. И нам осталось просто закрасить 5 последних отделений. Отделений. Просто любыми цветами. То есть, допустим, как я делала на прошлом календарике. Берем оранжевый и закрашиваем вот это вот. Просто оранжевым цветом. Да, я пачкаю стол, я вижу. И да, в общем, вот такая вот у нас красота получилась. Рассмотрим, что у нас тут есть. Первое, розочка. Второе, ночное небо. Третье, просто зеленый цвет. Четвертое, радуга. Пятое, влог, потому что сегодня вышел мой влог. Шестое, клубничка. Седьмое, это одно из самых моих любимых. Это улыбочка зловещая с кровавым ртом. 8. Это у нас принт такой. Тут у нас какие-то загогульки. Это циферка 9. 10. Это звездочки. 11. Поле. 12. День России. 13. Какие-то непонятные существа. 14. Мазюки. 15. Это должен был быть крош, но получился из страшного мультика. Если вспомню, то напишу вам вот тут. Вот. Потом циферка 16, это брызги, 17, это градиент, 18, это должна была быть такси, но потом это стал миньон очень странный, циферка 19, тоже с небольшим градиентом, потом 20, это холмы, 21, это лапки, 22, ну, 23, 24, 25, 26, 27, 28, это радуга в обратном порядке, 29, это пляж, море, пальма, 30 это стрелочка. Тут я просто наляпала своими отпечатками. А тут морковка. Ага. А на этом было все, ребятки. Можете посмотреть, какая у нас с вами получилась красота. Вот. Вот это вот прелесть. Надеюсь, она вам нравится. Мы все с вами разобрали. Все, надеюсь, поняли, что у меня там нарисовано. Могу вам показать свой предыдущий календарик. Вот. Как я его делала, я не снимала. Тут мне больше всего нравится последнее число, оно просто блестящее. Вот. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик обязательно, потому что у меня достаточно много подписчиков. Ну, как бы... 100 с чем-то, 162 вроде бы. Вот, но что-то на просмотров, на видео просмотров меньше гораздо, это очень странно. Поэтому обязательно нажимайте на колокольчик, потому что что-то мои видео очень мало смотрят. Хотя я очень сильно стараюсь и стараюсь их выкладывать часто. Вот, поэтому не забывайте.
Если вам интересно, почему я сижу с авокадиком, то это потому, что там микрофон, и он просто не очень красиво, там проводки лежат, и пришлось что-то придумывать. А на этом было все. А я всех люблю. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.